А в проливе Ла-Манш натовские моряки попали в сети местным рыбакам, причем в буквальном смысле слова. Португальская подлодка, принимавшая участие в совместных с англичанами маневрах, запуталась в рыболовецкой снасти, спущенной с борта французского траулера. Стоит заметить, что речь идет не о такой уж маленькой субмарине. Ее длина превышает 60 метров, а весит она более 2000 тонн. После небольшой паники подлодку вытащили на поверхность и отпустили на свободу. Пострадавших нет.